Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, примите искренние поздравления с государственным праздником Днем России. 12 июня – особая дата в новейшей истории российского государства. Она символизирует связь времен и поколений, единство народа и его ответственность за судьбу Отечества. Именно это является прочной основой для преодоления любых вызовов и угроз. Нет сомнений, что именно такой мощной общественной поддержки будут достигнуты и цели специальной военной операции. Союзнические отношения между Абхазией и Россией базируются на мощном фундаменте взаимного уважения и добрососедства и являются поистине уникальными. Убежден, эти отношения будут успешно развиваться в духе братства и стратегического партнерства. Желаю вам, уважаемый Михаил Александрович, всем сотрудникам посольства и всему российскому народу крепкого здоровья, процветания и мирного неба над головой. С праздником, с Днем России! Президент Абхазии Аслан Джани.